сегодня у нас по программе Париж. Вчера мы отыграли концерт на Париж Флайн Фестиваль с Дрю Дэвис, саксофонистом из Парижа, и Рейджи Латта. Париж наш встретил в первый день пасмурной погодой, ну и за один день, конечно, ничего бы я не увидел, поэтому решил задержаться на несколько дней еще, на 3 дня. Никак не получается у меня стереть глупую улыбку с лица, но не каждый день ты оказываешься в Лувре.